Станислав Дужников. Родился 17 мая 1973 года в Саранске. Заслуженный артист России. В 1998 году окончил театральное училище имени Щукина. Станислав – звезда телепроектов «Каменская», «Воронины», «Разбитое зеркало». Настоящий богатырь с внешностью доброго плюшевого мишки, лауреат премии «Милиционер кино» за 18 ролей «Стражей порядка», исполненных в кино. В 2023 году актер снялся в проектах «Я хочу, я буду», «Кино про бандитов» и «Ивановы, Ивановы, новогодние каникулы». Первой женой Станислава Дужникова была актриса Кристина Бабушкина. Пара поженилась в 2005 году. В браке родилась дочь Устинья. В 2012 году супруги развелись. В 2013 году Дужников начал встречаться с дизайнером Катериной Волгой. Влюбленные вместе по сей день, однако так и не узаконили отношения официально.